Добрый вечер, друзья, не добрый вечер, недруги. Я по долгу службы мониторю сведомые сайты, и там русские, живущие на Украине, то есть политические украинцы, нас, русских, живущих в России, называют орками. Мы орки, ну, не люди такие. А они красивые, умные, в татуировках. Они, в общем-то, люди, которые вот сражаются с нами, не людьми. Вот сейчас мне попался фрагмент интервью иноагента Ники Белцерковской, где она вот просто понятно, откуда это взялось. Она насмотрелась там, не знаю, Лени Рифеншталь или какой-то хроники немецкой и восхищается, какие красивые вот были немцы, вермахт, эсэсовцы, какие они действительно накачанные тестостероном, просто на них любо-дорого смотреть. Ну вот, однако, как бы знаем, они получили пиздюлей от нас, от кривоногих орков, таких вот в ватниках, нелепых, некрасивых и без татуировок. Их, собственно, и погубит. Я тут, кстати, недавно совсем смотрела немецкую довоенную хронику, и я была поражена красотой этих людей. Потому что там вообще невозможно отличить, потому что Германия же вступила в войну на невероятном экономическом подъеме. У них была совершенно фантастическая рождаемость, демография, у них была такая национальная обида, Нюрнбергский мир. И у них вот этот тестостерон национальный, он просто переливался через край. И учитывая то, что, собственно говоря, Адольф Элоизович сам был военным героем, если вы помните, да, то есть это человек, который бесстрашно воевал, был много раз ранен и был абсолютным фанатиком вот этой вот сверхидеи. И у них невозможно отличить от военных, вот я смотрела, от мирного населения. Они все такие подтянутые, все на этом. То есть это люди с крепленной вот этой вот чудовищной, абсолютно жуткой и там невозможной к вообще по принятию своей сверх вот этой вот, потому что они сверхнация, но они выглядят совершенно по-другому. То есть у них горят глаза, у них они вот. А здесь это все какое-то чудовищное, дико карикатурное. Вот я не могу представить себе, например, того же Адольфа Элоизовича, можно я буду так его называть? Гитлер говорить не очень хочется в этом контексте. Который бы, например, во время своих вот этих совершенно фантастических речей, да, так подогревающих народ, стал бы рассказывать про пи***цев и да, те, что все угрожают. То есть он совершенно конкретно говорил, вот мы сверхраса, мы хотим всех завоевать. У нас есть идея, мы будем править миром, потому что мы лучше. А здесь же нарратив какой, что все хотят, таких обиженных, то есть все хотят на нас напасть, все хотят нас задницу отыметь, детей наших от трансгендерить, да кому нужны? Это не посмотрите на тех и посмотрите на этих. The army that Germany has built up in 4 years swings in honor past Hungary's strongman Admiral Horthy. The young men of the new German Reich welded into a mighty war machine. Surprise of the parade is the first public appearance of the new 10-inch field gun with a barrel 40 feet long, an estimated range of 50 miles, said to be the largest mobile cannon in the world. Cameramen were forbidden to photograph it on pain of being charged with treason. No cameraman did photograph it. Cameramen prefer to keep their heads.